простое и сытное блюдо на скорую руку. Можно подать самостоятельно или в качестве гарнира. Берите на заметку рецепт. Приготовить гречку с брынзой очень просто. Рецепт на скорую руку и не отнимет много времени. По желанию в блюдо можно добавить любые сезонные овощи для более насыщенного вкуса и яркого аромата. Гречку не обязательно отваривать заранее. Можно использовать остатки от вчерашнего ужина. Попробуйте. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте все ингредиенты. Для начала отварите гречку, пропорция гречневой крупы и воды 1-2 соответственно. Лук нарежьте кубиками, обжарьте и переложите в глубокую тарелку. Брынзу раскрошите руками и добавьте к луку. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Добавьте яйцо, черный молотый перец и соль по вкусу. С солью не переборщите. По желанию ее и вовсе можно не добавлять, так как брынза сама по себе уже соленая. Все перемешайте. Переложите гречку в сковороду, добавьте брынзу с луком и яйцом, все перемешайте и прогрейте в течение 5 минут. Гречка с брынзой готова. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Обещанный список ингредиентов. Крупа гречневая 100 грамм, брынза 250 грамм, яйца 1 штука, растительное масло 3 столовые ложки, соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, количество порций 4-6. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.